нанесли удар по очередной критической точке. Их ведет главарь по имени Скайкилла. У него в подчинении отряд штурмовиков. Это орки с примитивными прыжковыми ранцами. Штурмовики — особенно безжалостные орки. Они нападают молниеносно и успевают скрыться прежде, чем прибудет подкрепление. Уничтожьте Скайкиллу. Это даст нам драгоценное время и, возможно, поможет обнаружить, кто направляет орков. Положение врага обозначено на карте, командор. Наш путь будет отмечен их кровью. Продолжай бахвалиться, и тогда кровь прольем мы. Приказ выполнен.
со стратегически важной станцией связи. Захват этой станции позволит нам лучше контролировать планету, командор. Эта станция хорошо защищена. Захватить ее будет непросто. Цель поражена. Уже иду. Полевого объекта. Станция в наших руках. Полевые генераторы устанавливаются, командор. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Уничтожен, командор. Еще один зеленокожий погиб. Приготовиться к эвакуации. Победа лишь прелюдия к следующей битве.
Превосходно, командор. Мы поймем, кто все это время усиливает эту орочью орду. Я произвожу высадку команды, которая обыщет то, что осталось от орков, и попробует найти зацепки. Капитан, у нас есть какая-нибудь новая информация из соседнего сектора? Нет. Мы потеряли связь с ними. Что могло уничтожить всю связь в целом секторе за несколько дней? Мы разберемся с этим, но оборона Калдериса — первейшая задача. Командор, начинайте высадку на поверхность, как только ваши отряды будут готовы.